Здравствуйте, ребята! Многие из вас читали сказку Сергея Григорьевича Козлова «Ёжик в тумане». А если кто-то не читал, скорее всего, смотрели мультфильм. И сегодня я предлагаю с вами вместе сделать замечательного, любознательного и мечтательного ёжика, персонажа этой сказки. Для этого нам понадобится двусторонний картон светлого цвета. Можно взять светло-коричневый. Шишка еловая или сосновая. Вот такие глазки. Можно глазки не брать, нарисовать. Карандаш, ножницы и желтая бумага для листиков. Итак, приступаем. Рисуем вот такого ёжика, или можно распечатать в интернете. Я нарисовала. Затем вот этот шаблончик мы обведем карандашом. Берем картон вот такой. Я вам покажу на бумаге, да? Вот такая бумага А4. Складываем пополам. Вот так. Прикладываем шаблончик вот к верхней части. Низ должен вот открываться. И начинаем обводить ёжика или рисовать сразу. Затем мы вырезаем шаблончик этот. У меня получился вот так. Он должен получиться вот так у вас. Двойной. Вот такой. Чтобы он у нас стоял. Вот. Теперь берем ножницы, карандашик. Немножко я беру вот такую шишку, можно взять поменьше. Вот такую. Мы обведем эту шишку посерединке. Как-то вот так. Чтобы нам вырезать отверстие. Так, вот так у меня получилось. И начинаем вырезать отверстие. Маленькими ножницами. Можно ножом. Теперь я возьму большие ножницы. Это будет отверстие, куда мы будем вставлять шишечку. Можно сначала сделать поменьше отверстие. Вот так. И также вырежем на второй. Можно сразу вырезать две, но я вам показываю, чтобы было удобнее резать вам картон плотный. Потому что вот так. Ёжика можно разрисовать потом. Иголочки сделать ему темными. Вот мы получили. Получается у нас. Теперь мы берем черную бумагу. У меня вот такая бархатная бумажка. Делаем носик. Вырезаем. Здесь можно примерить и вырезать сразу две детали. Это вот так получаем. И приклеиваем кончик носика. Клеим, клеим.
И с обратной стороны также. Получается вот так у нас. Теперь мы возьмем фломастер, нарисуем ему рот. С другой стороны. Вот видите, получается как. Теперь приклеиваем глазки или рисуем. Можно нарисовать из белой бумаги. У меня клеящиеся глазки. Приклеиваем глазки. Вставляем вот в серединку шишечку. Видите, у меня немножко не подходит. Вот это я обрежу. Поправляем все. Носик мы вот здесь еще склеим. Вот так. Вот это тоже можно склеить, подклеить. Так. Все расправляем. Шишка, чтобы была с двух сторон, все подравниваем. Такой ежик у нас получился, да? А теперь берем листочек, у меня вот уже есть такой, да, вырезаем. Можно распечатать в интернете. Вот такой листочек. И приклеиваем на спинку ежика. Я приклеила клеящейся бумагой. Так. Вы можете приклеить клеем. Получаем вот такого ёжика. Вот такой ёжик у нас получился. Спасибо за участие. Берем весь за собой мусор.